Почему ведьмы предпочитают темное время? Кстати, поздравляю вас с Вальпургиевой ночью, которая была вчера. Чем интересен день 1 мая? 1 мая можно провести обряд, он звучит так, огненная пуджа. Если взять огненную пуджу или сделать какой-нибудь факел, и у вас есть дом или квартира, или свечу, и обойти по часовой стрелке несколько раз дом, квартиру или место, где вы проживаете, то уберутся или исчезнут все энергетические проклятия, которые могли бы там присутствовать. Делается это именно 1 мая. Почему ведьмы предпочитают темное время суток? Я не знаю, там никогда не был. Если честно, я никогда не видел, как ведьмы собираются и где они собираются. Я думаю, что это мифология, и она откровенно не очень соединена с настоящим миром. Но тем не менее, мифы эти существуют. Но я отвечу, почему ведьмы предпочитают темное время суток? Ответ мой такой: видимо, они используют или берут во внимание элементы страха тьмы, которые возникают у человека, когда он боится. То есть чем темный маг или чем ведьма может воздействовать на другого человека? Она может воздействовать на него страхом. И страх она может накопить, если она ночью будет ходить по кладбищу или там пойдет куда-нибудь, где туман. Таким образом, человек же боится там темных чащ, там тьмы, темноты, туманы и так далее. Почему там они в 3 часа ночи это делают? Ну почему вы решили, что в 3 часа ночи? Наверное, они это делают, когда темно. Идут куда-нибудь, тот страх, который у них возникает, и здесь два варианта. Либо они воду перед собой держат, для того, чтобы ее страхом зарядить. Либо они боятся и накапливают вот тот страх, который возникает, чтобы его потом себе свободно, контрольно там выплескивать или кому-нибудь передавать. И после этого используют это для себя как ресурс.